Самая кровопролитная в истории человечества. Сегодня в 4 часа утра амурчане почтили память героев Великой Отечественной, которая началась 81 год назад. Традиционно на Благовещенской площади Победы зажгли свечи и возложили цветы к памятнику воинам-амурцам, чья жизнь оборвалась на полях сражений. Также возле памятника на площади Победы из свечей выложили фразу «Помним». Участие в мероприятии приняли первые лица города, представители Амурского совета ветеранов, юнармейцы, жители Благовещенска. Кроме этого, также ранним утром от бронекатера до амфитеатра представители региональных отделений Союза ветеранов Афганистана и Федерации акваспорта организовали заплыв в память о жертвах Великой Отечественной. Воинский салют, возложение цветов и венков. В 10 часов утра там же на площади Победы состоялось торжественное мероприятие в честь Дня памяти и скорби. Там собрались около 1500 человек. Участие в нем приняли представители областной и городской власти. 22 июня – это скорбная дата в истории нашей страны. Это начало отчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Победа в самой жестокой кровопролитной войне стало возможно благодаря стойкости и мужеству миллионов русских солдат, в том числе и амурчан. Как уже было сказано, фронт ушло почти 100 тысяч амурчан. Около 40 тысяч из них не вернулись домой. В церемонии возложения венков и цветов участвовали жители и гости областной столицы, представители различных организаций, студенты и школьники. Около полусотни кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов развернули копию Знамени Победы. Его длина 20, а ширина 10 метров. «22 июня в военных гарнизонах Восточного военного округа также состоялись мероприятия, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне. В частности, офицеры управления и личный состав возложили венки и цветы на мемориальном комплексе в Белогорске у часовни воинов, погибших за Отечество. Завершится день также акцией «Свеча памяти». В 22:00 огоньки можно будет увидеть в окнах амурчан. Чтобы поучаствовать в акции, нужно зажечь свечу, а фото с ней разместить в социальных сетях с хэштегом «1941. Свеча памяти. 1945». Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18:00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале Амурского областного телевидения.